До Нового года остается несколько недель. Совсем скоро воронежцы накроют шикарные столы. Узнаем у горожан о их любимом блюде на праздник. Салат оливье обязательно. Обязательно, да? Да. Под какие-нибудь согревающие напитки, да? Ну да, обязательно. Понемножку, но выпивать надо. Мы сам водочку пьем хорошую, не дешевую. Вот. Я даже с бальзамом разбавляю, чтобы на слаже было. Ну, красная рыба обязательно, шуба, селедка, а там либо птица, либо свинина, что на горячее. Мясо по-французски. А еще? Все. А из напитков? Сок. Сок? То есть алкоголь вы не употребляете в Новый год? Алкогольнее. Алкоголь? И слабо алкогольнее. Шампанское. Мы любим запеченную скумбрию в этот день, делаем из кальмаров салаты делаем в этот день, что-то из горошка зеленого. В общем, разнообразно и очень хорошо получается. У нас в семье очень любят салат с курицей, с ананасом, с сыром. Еще я делаю рулеты шашлычные такие с мяса, там бекон и филе куриное заворачивается, и на шпажке девается, тоже очень вкусно жарится. Плов. Гусь запеченный. Очень тщательно надо его промыть. И несколько часов длительно, вплоть до 6 часов. И вот тот жир, который появляется, его периодически надо поливать этого гуся, чтобы он был вкусный. И сочный. И сочный. Мимоза. Мимоза? Да. Это что за блюдо такое? Поделитесь. Ну, что ж, вы не знаете. Это давно известное блюдо. Это рыба, это самое, консервы, там, скажем, скумбрия, сайра в масле, яйцо, майонез, сыр. Все это слоями. И сверху майонезик. Как раз на Новый год это, чтобы, так сказать, не было так холодно, было желтенькое солнышко. Дорогие воронежцы, от всей души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, любви, удачи и благополучия.